Игра сложилась, видите, погодные условия. Игра была жесткая. Но чего-то не хватало, не получалось, что у той команды. В принципе, очень хорошая атмосфера была на стадионе, несмотря в такую погоду. Пришло очень много родных и близких людей, за что я хочу поблагодарить их. Спасибо сказать огромное. В какой-то степени играли, наверное, против своих. Каково это ощущение, как это все оценить? Ну, в какой-то степени, да, но так-то все нормально, в принципе. Ну, друзья все поддерживали, наоборот, сказали, давай, выходи, все будет хорошо. Проливной ливень не помешал? Нет, это футбол. А что не получилось для победы, чего не хватило? Забитого мяча, как говорится. Моментов опасных, наверное, не хватило, чтобы забить этот гол. Чего-то не хватало. Над чем будете работать в следующем? Над атакой, над завершением. Хорошо, коллеги. Дима, как оценивать старт Армавира в сезоне? Старт нормальный был. Но что-то пока что не идет, но все будет хорошо. Цели на сезон какую вам озвучили? Ну, цель. Призы выше. Первые места в четверке. Это реально вот таким вот составом? Да. Будем стараться.